когда начнется судный день. Мы все очень любим пятницу. Для нас это очень большой праздник. Поэтому всех вас поздравляем с праздником. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в обоих мирах, милости Всевышнего Создателя и Его нескончаемые блага, милосердия, больше добра, любви и радости. Наша жизнь – это как три дня. Первый – это детство, второе – юность, третий день – это как зрелость. Поэтому вы нас все понимаете, потому что у нас здесь три поколения. И молодежь, и средний возраст, и зрелый возраст. Мы иногда спрашиваем, как же нам жить, чтобы нам было легко. Мы говорим так, чтобы нами был доволен Всевышний Создатель. Что для этого нужно? Очень просто. Нужна доброта, нужен иман, нужно верить в то, что все хорошее нам дает Создатель. И в этой жизни сатана поклялся Всевышнему вредить человечеству. И он пытается вносить смуту, вносить разлад,